И потом уже начинаем выстраивать. Начинаем от центра. Если это карта России, да, у нас идет сначала здесь, что идет Красноярск, Курск, и потом начинаем противоположную сторону собирать. Некоторые школьники готовились к чемпионату по сборке географических пазлов за несколько месяцев до. И в последние минуты перед стартом вспоминают все, что можно, глазами и руками. Ты хотел бы себе такую карту домой, там с друзьями собирать? Да, нам учитель дает их пособирать домой. Благодаря поддержке фонда президентских гранта мы приобрели карты. Ну и школы подключились к этому процессу, педагоги тоже начали приобретать. Такой чемпионат стал возможным благодаря реализации федеральной просветительской программы «Знаю Россию, служу Отечеству». Это первый опыт не только для участников, но и для организаторов. Составлять фигурки нужно было под наблюдением волонтеров с секундомерами. На сборку Алтайского края дают всего 6 минут, на Россию – 17. География – это та наука, которую должен знать каждый человек, потому что это дает ему грамотность в любой другой сфере его деятельности. Поэтому ребята, те, которые сейчас у нас вот участвуют в этом чемпионате, это уже наше будущее. По итогам чемпионата всех участников наградили призами, но победитель получил право бесплатно участвовать в любой из полевых школ от Русского географического общества и с палаткой отправиться в поход к главным достопримечательностям нашего края. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.